Всем привет, это BestWatch. Сегодня у нас в гостях часовой эксперт Виктор, автор YouTube-канала про часы. И мы рассмотрим топ-5 японских механических моделей со скелетонизированным циферблатом. Виктор, привет. Приветствую. Спасибо, что позвали. Японские часы всегда славились надежностью и точностью. Но есть еще один очень важный параметр – красота механизма. И только скелетоны могут эту красоту полностью показать. Производители механических часов стремились показать всю красоту механизма. Ведь действительно интересно посмотреть на работу часов. И многие компании отказались от глухих задних крышек и сделали на циферблатах специальное отверстие, через которое механизм можно наблюдать. Первые скелетонизированные часы в нашем сегодняшнем обзоре от фирмы Seiko. Это часы из коллекции Premier на автоматическом калибре. Да, к скелетонам эти часы можно отнести весьма условно. Все-таки яркий синий циферблат закрывает большую часть механизма. Тем не менее, механизм виден. И еще мы можем наблюдать его через прозрачную заднюю крышку этих часов. Здесь установлен кожаный ремешок и, что интересно, хорошая застежка. Застежка типа бабочка. Такую застежку стоит настроить всего лишь один раз, и больше вам не придется подстраивать часы под ваши запястья. Благодаря небольшому диаметру корпуса на руке эти часы смотрятся очень хорошо. И действительно, что интересно, в этой модели высокая водозащита. Поэтому в этих часах вы сможете даже искупаться. Водозащита часов составляет 100 метров. Полностью японская сборка и мануфактурный калибр делают часы действительно интересными. Следующие часы из нашей сегодняшней подборки от марки Булава. Мы сегодня рассматриваем топ-5 японских скелетонов, а Булава – это самый известный американский производитель часов, который делает часы аж с 1875 года. Тем не менее, сегодня Булава входит в корпорацию Citizen, поэтому эти часы также можно отнести к японским. Здесь установлен механизм Miyota. Действительно, эта модель весьма интересна своим корпусом и дизайном. Часы выполнены из стали и имеют темное PVD-покрытие. Что интересно, здесь интегрированный браслет, который сейчас набирает все большую популярность. Тема скелетона раскрыта в этих часах уже более ярко. Мы можем наблюдать за работой механизма, при этом это не мешает считываемости времени. Здесь действительно крупные метки, и время на этих часах читается очень легко. Довольно массивный корпус, а заводная головка смещена в позицию 2 часа. Задняя крышка в этих часах прозрачная, и мы можем наблюдать за работой механизма с автоподзаводом. На браслете установлена качественная застежка-бабочка, и на клипсе мы видим фирменный логотип Булава Камертон. В часах Булава Макина установлено сапфировое стекло, водонепроницаемость 100 метров, а стоимость на апрель 2021 года в магазине BestWatch 41 тысяча рублей. В категории скелетонов есть еще один представитель Булава. На этот раз это лимитированная серия, которая посвящена музыкальной премии Грэмми. В этих часах действительно интересный черный корпус, и на нем очень ярко выражены золотые элементы. Так, например, заводная головка этих часов, которая смещена в позицию 4 часа, выполнена в форме гитарного колка. На циферблате этих часов мы видим золотистый круг, метки на котором выглядят в форме медиаторов. И этот золотистый круг и заводная головка сделаны из грамиума, того самого сплава, из которого делается статуэтка Грэмми. На задней крышке этих часов мы также видим логотип Грэмми, то есть эти часы полностью посвящены музыке и станут отличным аксессуаром для музыканта, либо просто для человека, который любит качественные часы и хорошую музыку. Мне действительно нравится ремешок в этих часах. Он выполнен из двух материалов. Сверху мы видим натуральную кожу, а снизу подкладка из каучука. Это значит, что в этих часах даже можно будет плавать, ведь водозащита часов целых 100 метров. Диаметр корпуса в этих часах небольшой, и они будут действительно хорошо смотреться даже на небольшом запястье. При этом качественный ремешок очень хорошо облегает запястье. Застежка в виде бабочки выполнена из нержавеющей стали и по своему цвету полностью повторяет цвет корпуса этих часов. Японский механизм с автоподзаводом, сапфировое стекло, водонепроницаемость 100 метров и стоимость этих часов на апрель 2021 года на сайте BestWatch 53 тысячи рублей.
Еще один яркий представитель японских скелетонизированных часов от марки Orient Star. Эти часы действительно напоминают спортивный автомобиль. Если посмотреть на циферблат, мы видим множество движущихся элементов, а секундное колесо напоминает колесо автомобиля. За счет того, что эти часы скелетонизированные, мы можем прекрасно наблюдать за работой мануфактурного японского калибра F6. Корпус этих часов и браслет выполнены из нержавеющей стали. Задняя крышка прозрачная, ВД-защита 100 метров. Часы не тяжелые, имеют не самый большой диаметр корпуса и отлично сидят на запястье. Что мне больше всего понравилось в этих часах, это их безель. Он здесь черного цвета и закреплен 6 винтами. Что важно, в этих часах полностью японская сборка, как и в следующих часах Orient Star. И это, пожалуй, лучшие скелетонизированные часы. Это классический скелетон от Orient, и эти часы действительно можно полностью назвать классическими. Если посмотреть на их циферблат, сразу вспоминаются часы из прошлого века, работы Breguet и других именитых мастеров. В отличие от остальных часов из нашей сегодняшней подборки, здесь только ручной подзавод. Для кого-то это может показаться минусом, но именно этим пытались еще раз подчеркнуть классику этих часов. И через циферблаты этих часов и прозрачную заднюю крышку действительно можно наслаждаться работой мануфактурного японского калибра. И калибр здесь имеет очень классную отделку. На часах вороненые стрелки, малая секунда, а вверху в позиции 12 часов мы видим ретроградный указатель запаса хода. В этих часах установлен качественный кожаный ремешок из аллигатора и застежка в виде бабочки. Благодаря этому часы не нужно долго настраивать под запястье. И на руке эти часы смотрятся действительно очень классно. Это абсолютно классические часы, которые будут максимально уместно смотреться с костюмом. Водозащита часов всего 50 метров, но они и не предназначены для водных видов спорта. Это абсолютная классика. Напишите в комментариях, какие из представленных часов понравились больше всего именно вам. Что бы вы выбрали, более спортивный стиль или все-таки классику? Подписывайтесь на канал, впереди будет много интересного. До новых встреч, пока!